Деятельность благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна охватывает всю Украину. Уже десятки онкологических центров по всей стране сотрудничают с фондом и получают всяческую финансовую поддержку. 61 плазменный телевизор благотворительный фонд «Возрождение» привез в Сумской областной клинический диспансер. Телевизоры не только вручили, но и полностью установили в каждую палату центра. Также был подключен специализированный спутник для улучшения качества работы телеканалов. Ежегодно от рака погибает около 20 тысяч человек. Фонд «Возрождение» старается всячески изменить эту ситуацию в Украине. Закупаются различные дорогостоящие препараты и оборудование, а также необходимая техника для максимально комфортного пребывания в стенах больницы. Как результат таких стараний – улучшение самочувствия и настроения пациентов. Средств не хватает. Средства не выделяются ни на ремонт, ни на капитальный, ни на текущий. Как-то выделяем средства, ищем спонсоров, которые нам помогают. В том числе и вот благотворительный фонд «Відродження» Владимира Мунтяна, который сегодня нам сделал большой подарок в виде телевизоров для больных в каждую палату. И мы очень благодарны этому фонду за этот подарок. Наши больные будут, я думаю, даже быстрее выздоравливать, потому что настроение будет немножко другое. Когда будут знать события в Украине, события за рубежом, когда будут слушать развлекательные программы, то это будет способствовать тем таблеткам, тем инъекциям, которые мы проводим, тем операциям. И я думаю, что это очень большое дело. Сегодня благотворительный фонд Владимира Мунтяна провел акцию по установлению телевизоров в Сумском диспансере онкологическом. Мы привезли 61 телевизор и восстановили в каждую палату для того, чтобы больные могли немножко отвлечься, немножко настроиться на позитив, на душевность, чтобы быстрее выздороветь. И мы настроены сотрудничать дальше. Это всего лишь только начало. Собор Спасо-Преображенский.